Дзіцячий соціальний притулок призначений для проживання дітей у возрасте от 3 до 18 годов. Сьогодні тут знаходиться 40 вихованців. Четверо з них сьогодні стануть першокласниками. Усього через кілька днів вони почнуть вчитися у 60-й Гомельской середній школі. Нельзя сказать, что дети не подрихтованы до учебы. По-перше, они наведывали подрихтовчую группу, а по-другое, с ними занимались виховальники притулку. С ними занимаются воспитатели. Готовят, безусловно, в школе. С ними работает психолог наш, работают воспитатели дошкольной группы. Дети очень рады и ждут 1 сентября для того, чтобы отправиться в школу первый раз. У социальном притулку дети могут находиться до 6 месяцев. Практика свідчить. Зараз 60% вихованцев Гомельского городского социально-педагогического притулку вертаются у биологичные семьи. Еще около 30% – у приемные. Але завсёды им будет потребна допомога дорослых, которые должны сделать все, чтобы дети чувствовали себя обороненными. Областная акция «Сберем портфель першокласснику» закликана не просто допомогти неповнолетним у подрыхтовцы до школы, але и створить умовы для их усебакового развития. По этой причине у подарунок притулку – спортивный инвентар. Что тычется непосредственно портфелей, то у их школьные сшитки, наборы колеровой паперы, фарбы и пеналы. А еще цацки. Дорослые кажут, что этот подарунок вельми необходимый. Першокласснікам еще потребуется час, каб звикнуться с новыми умовами. Каждый сегодня старается сделать так, чтобы этот ребенок почувствовал себя уверенно и почувствовал защиту не только от тех родных, которые у него там есть и не могут сделать для его какой-то подарок, но и от государства, и от тех людей, которые могут это сделать. Поэтому это важно, это дисциплинирует, это объединяет наш народ. И эта акция, ну, она имеет такой хороший психологический задел будущее для этого человека. Олесь Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель».